Вау, супер удар от Индораптора. Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас босс, оставшийся Феникс 44 еще. Он у нас 6 уровня после моих сражений, и решил-ка я с ним пободаться Индораптором, веселым Индораптором, у которого 35 тысяч жизни и 18 тысяч урон. Ну, думаю, 99 или 999, как-то неинтересно. Давайте посмотрим, на что способен 333. Погнали. Пойдем в гордом одиночестве. Ну, на самом деле, жизни у него мало. Он довольно быстро проиграет, но демага у него прекрасный. Два удара и хана. То есть седьмого... Два удара и хана, хотел сказать. 10 ударов и хана. Так, ну, на самом деле нам нужно защищаться, потому что пробить даже вот этого одного нам будет сложнее, чем ему убить нас. Так, 5. Если он будет бить на 8, он нас пробивает легко. Так, ну значит нам нужно сейчас сидеть в защите и ждать возможности проатаковать там на 7-8. То есть за два раза мы, может, его сможем пробить. У него 6, атакует на 4, думаю, сейчас можно и пробить. Сейчас пробуем все-таки на все 8 проатаковать, 6-7. Блин, да нет, очень мало. Мы не сможем пробить даже 6-го. Печалечка. Да, здесь без 999-го никуда. Вау, супер удар от Индораптора. Так. О, ты же его пробил? И он меня пробил. Да. Ну и 390 тысяч урончика. И, в общем-то, 333 как-то не впечатлил, но, наверное, скорее нас больше впечатлил Феникс 44. Быстро с нами расправился, и давайте возьмем 777-го. Очень счастливого Индораптора. Сможет ли он дойти до, например, 10 уровня? Потому что, как мы знаем, после 10 уровня уже не меняется ни здоровье, ни сила удара у боссов. И это мы узнали именно благодаря тому, что вот сражались в прошлом бою 999-м кем-то там, Пахигалозавром или Юдоном, кем мы там сражались. А иначе эту информацию, ну, никак бы мы и не узнали. Вот именно для этих целей и снимаются вот такие видео. Мне просто интересно. То есть, кому интересно, ставьте лайк, кому не интересно, идите гулять дальше. Так. Ну, на самом деле, 42 тысячи сила удара, а у него 343 тысячи. Опять же, нужно бить баллов на 7. А ему нас пробить, ну, сколько там? Ну, типа, 2 раза по 8. Я думаю, ему хватит. Так, ну, мы будем атаковать, естественно, по максимуму. Иначе это просто будет трата очков. На боссах высокого уровня, то есть, типа, там, выше даже третьего, я бы сказал, уже, наверное, нету смысла атаковать на 2, там, на 3. То есть, нужно атаковать уже как можно больше. Ну, вот так, давайте, на 7. Вот, 7 ударов прошло, то есть, мы его пробьем. тысяч была сила удара. То есть на 7 ударов мы сможем пробить и следующего босса, 8. Да, у него 680, а мы на 700 били. Ну, давай, 8-й, 9-й. Нам двоих нужно пробить. Желательно. Все ушло в блок, мы молодцы. Так, Индораптор, постучи когтями по дереву, чтобы нас никто не сглазил. И мы дошли до 10 уровня.
него было 7. То есть 3 балла он себе, гаденыш, где-то приберег. Так, ну ничего, ничего, ничего. 2, 1 перенес, у него будет 5. 5, молодец, отлично. Мы атакуем на 7, может даже меньших. Ну, не, меньше, наверное, не хватит. Давайте будем считать сейчас с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 не хватает, нужно 8. То есть 8 баллов. Это последний босс. Босс номер 7. Последний, кого мы можем пробить. Галопирующий индораптор. А, 137 тысяч. Это 2 раза по 8, ребята, нужно пробивать. Ну хотя, у нас шанс есть. Мы не так много здоровья потеряли. Потому что грамотно защищаемся. Вот у него сейчас 1 балл остался. Я бы мог его поцарапать, но нет смысла. Мне нужно чисто 2 раза по 8 ударить, иначе мы его не пробьем. Ну, добраться до 10-го это не такая простая задача, да. 777-й индораптор. Силен, конечно, но... не всемогущ. У него 2 балла осталось. То есть, ну, нету смысла, ребята, атаковать его меньше, чем на 8. Мы просто его не пробьем потом. Даже на 7 будет плохо. Ну, на 7 еще куда ни шло. Так, а мы сейчас посмотрим, он баллы куда поставит свои. Перенес. Вот сейчас должен атаковать. Ну, на 6, может. Блин, всего лишь на 3 атакует. Странный он, странный. Ну, надеюсь, сейчас у него должна быть защита. 2 в защиту всего лишь поставил. У него 6. Атакует на все 6. Вот мы и дождались, и пропустили всего лишь 2. Терпение и труд, все перетрут. Так, ну, опасно. Так, ну, здесь мы атакуем по полной. Ну, и сможем ли мы еще накопиться один разок на... А нам надо меньше. У него 52 тысячи осталось, нам 7 ударов хватит. Так, он по 7,5 тысяч нас снимает. Еще 7,5 тысяч. Опасно. Опасно. Но зато мы по-быстрому накопились. Тысячи. 7 ударов чистых нам надо. О, сейчас мы это и сделаем. У него 1 балл остался, и у нас на 1 удар осталось. Это идеально, ребята. Большего, на большего я и не рассчитывал. Так. 50. Вот я его пробил. И приходится все равно 1 балл сквозь защиту пробивать, иначе бы не хватило. Ну, смысла защищаться 1 баллом все равно у нас не было. 649 тысяч. И вот это, походу, максимально возможный уровень босса. 274... 2 745 тысяч. Ну и нас уничтожили. Хотя, кто его знает, ребята, а вдруг уже что-то переделали, босс новый. Такого раньше мы не видели. Может, у него уже и на 11 уровне будет показатели увеличиваться. Ну, этого можно узнать только имея 999-го раптора, которого у нас не будет. Вот такие вот дела, ребята. Так что не проверишь, не узнаешь. А на этом все. Всем спасибо и до скорых встреч.